И, ну, по крайней мере, кто этим зарабатывать пытался. Я просто скупал всю кожу, ставил себе лимит цены, и продавал толстую борейскую, которую берут там в два, ну, вначале брали в 2-2,5 раза дороже. Сейчас, соответственно, много конкуренции, я закончил этим заниматься. Потому что по тем ценам уже никто продавать почему-то не хочет. Вот, ну, и также, наверное, и с камнями, и с всем остальным. Я продал вот где-то 3600 ОД, как раз вот на наруч эти. Все, ну, дороже 3,5, мало кто покупает. Есть люди, которым пофиг, они заходят просто, вот, даже не листают аукцион, начинают все скупать, потому что, видимо, ну, купили голду просто, не фармили ее. Ну, я замучусь, у меня там лекция началась. Классно на лекции играть. Он хуже того меча фиолетового? Походу хуже. Ну, фиолетовый, если с меткостью, лучше тот с меткостью, конечно. Не улетать, когда бьете. Да не, сами полетим, но я полечу. Да я уже загрел. Все две? Да. Блять. Короче, я могу суициднуться. И, наверное, так и надо сделать. На вас ведь игры нет. В прошлый раз сработало.
Ты куда? На кольцо лети. Кольцо, на кольцо. Ты где летаешь? Я до дракона иду. У меня нет дракона. Зачем тебе дракон? На кольцо ниже, там босс стоит. У меня дракона нет, чтобы лететь. А как он исчез? У нас есть. Ну я выпал, не попал по платформе. И поэтому возродился в обычном мире. Все, я поднимаюсь. Вас ждет полный разгром. Нужно подойти поближе. Нахальные невежды, вы все в небесах витаете. Сейчас я вас заземлю. Теперь вас не спасет. Погасить ваш огонь. Свой мелкий триумф, презренные глупцы. Вы и ваши союзники-драконы победили в этой битве, но мы одержим верх в войне Нексуса. На, Слава, ты здесь? Ага.
Забыл спросить, знаешь что, ты там оставил ссылку на скачивание аддона для Слава, лучших. тебе же нужно камушки. Да, но ну я уж тринки сделал. Да, аддон для ока. Я Там было что-то даже. жму на нее, у меня куда-то не туда переходит, просто на гайд переходит. Так, сейчас знаешь, как сделаем. Я ссылку дам с своего архива. Он дал ссылку. Да, вижу, спасибо.